кто у нас вышел. Куда Настю? Ловим, ловим. Настя! И никак не выловим. Ой, слышно. Настя. Ой, видно. Настя. Там такой маленький. Ты его видишь? Да. Я его не вижу, Настя его не видно. Ой, какой хороший. Настя, иди сюда. Иди. Такая лапочка. Настя. Смотрите, какой. Какой знак. Орешки есть. Юра сидит там. А может, он с ней уже будет выходить? Настюшка, ты ж такая опытная мамашка уже. Юра, иди сюда, Юра. Ты хоть скажи, один у тебя или несколько? Ага. Ай, сразу обратно. Вышла, давай, давай. И сразу обратно. Настя. Он же там кричит. Такой, мама, мама, ты где? Не, она не пойдет. Настя, яблочки. Яблочки. Выманиваем. Он сразу начинает орать. По-моему, один. Солнце мне в глаза светит. Плохо видно. Дома на компьютере посмотри. А хочется Настя выйти, да? Сладкий. Все, малыш там не смелый такой. Иди сюда. Сюда иди. Юра уже даже яблоки не ест. Он на рыбу пошел. На рыбу пошел? Да, Юра. Иди сюда, Юра, Юра, на. Рыба. Один там. И Настя сразу вернулась обратно. Будешь рыбу? Юра, Юра. Выдатна фигура. Юра. Нет, рыбу не захотел. Яблоки, да? Хрум, ну, хрум. Настя так и не достала. Все, Настя, по-моему, зашла кормить малого. Потому что ни ее не видно, ни малого. И звуков нет. Да, Юра? Выдатна фигура. Папашка ты? Юра, да, ты такой папка такой, красивый такой медведь, большой, с длинным языком, с таким, да, Юра? Уф, уф, мастер испорченного кадра, да? Привет. Привет, привет. Уф. Не плюйся хоть, а?
Оце у тебя, фу, еще и слюни летят, Юрка. Это смеховичок у меня, он несъедобный. Ох, у тебя пасть какая, Юрка. Вот это у тебя пасть. Ай! Лизнул камеру. Такие звуки ты издаешь. Ну, я рада, что Настя вышла. Юра. Мастер испорченного кадра. Все, Юрец. Пока. Ты меня тут занюхал уже всю. Юра, одесь меня. Кто там? О, крики там. Крякалка. Ага. Настя такая посмотрела, все нормально. Юра лег уже, давай. Показывай малыша. Ну, Настя, где он? Вон он, я ж тебе говорю, ты видела, я да? Я его вижу, вон он такой хорошенький. С белым воротничком. Да, ну они ж все с беленьким. Они когда маленькие, бурые медведи, у них у всех беленький воротничок, а с возрастом он пропадает. Он опять куда-то ушел. Ну, за стеночку, да. Еще неделька другая и будут гулять в вольере. Да.